Поэтому решили на завтра, короче, перенести. Поняла. Там пойдем в Лефодет, а потом в Фазму. Ну, я, может, на Фазму присоединюсь. Если можешь, тоже, да. Да, я потому что Left 4 Dead я не У тебя нет скачивала. его просто. Да. Не, ну я могу купить, но такое. Не понял. Кто здесь? Стрелок. Стрелок, стрелок. Может, не надо? Олдмэйни, олдмэйни. А что у нас фонарная подетка? А ты не знаешь, где Не подвал? знаю. Не видел. Я не был сейчас ни в Мэйне, ни в этом, ни в Лаче. Блин, он меня видел. Нет. Что? Нет. Ты чего? Может, он пошел выискивать этих Я там через всю карту. фонарных стрелков? Я через всю карту светила своими волосиками светлыми. Мужчина? Я извиняюсь, Карты конечно. светлые. Может, ты его слепила просто своими волосиками сверху? Ой, я нашла подвал. Мэйни. Ага. Чего будешь колдовать? Да. До Талова причем буду колдовать. Даже если придет, вставать не собираюсь. Ну потому что учитывая, что только ты чинишь. Мысли только я, они вдвоем чинили тоже. Так, он у его Гена. Он в мейн Пошел в идет. сторону мейна. Я даже не шифтила. Не надо мне тут. Ушел вроде. Уйди, 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 уйди. Сейчас главное, чтобы меня никто не подставил и не нашифтил Чего? в подвал. Вот что самое главное. Он у Влача. Он меня бросил почему-то. Он возвращается на могилу. Это где чинил? Где он закрыт? Угу, поняла. Так, он открылся. Ты для него закрыл, да? Угу. Ну, и для себя тоже. Кручу, верчу, ген быстрее чинить хочу. Кручу, верчу, мана обломать хочу. Кручу, верчу, скорее всего умру. В целом, если он, блин, да не пинай его, черт. Ослеп, 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 да, ослеп. Я послеп. Ты не успеешь. Мне хотелось, чтобы он его не если мы... пнул. Да, ты его завела. У него это, ты меня плитка. Хастин, вставай с Гина, вставай с Гина, Хастин. Вставай с Гина. Упс. Кажется, за мной охота. Аккуратно, аккуратно, я в мейне. А, ты в мейне, все, понял. Аккуратно, аккуратно, я падаю возле мейна. Нет, он меня бросил. Он вернулся к моему гену. Окей. Здесь кладетка. Окей. У него дети еще, кажется. Я максимально ухожу. С той стороны. А что, мне надо было мейн заводить? Наверное. Как вариант. Ну, я, наверное, заведу то, что подальше. Помогу дружочку, пирожочку. Конечно, у нас такие неинтересные кины остались, а? Клоди, ты больная, что ли? Она нас так спалит сейчас, это вообще. Ты чё? Стрелок? Стрелок? Ты что делаешь? Он сделал. Короче, Клоди чинилась около нас.
Бегала. О, бегала, бегала, да. Мы прям в наглую вдвоем сидим, чиним. И он вместо того, чтобы нас, как бы, того самого, он пошел за Клодий. А ты где? Я прям возле мейна. Против мейна. Я туда не хочу. Но придется. Так, ну либо в мейн. Подожди, а почему у него второй подвес? А, точно у него второй подвес. Так, он за тобой бегает, да? Угу. Окей, я нашла другой гин. Слушай, а если я возьму устойчивость, я же буду быстрее чинить, правильно? Да, конечно. Тогда мне на этот билд надо устойчивость брать, вместо, наверное, осколка. Мне повезло, что я поставил. Супер, повезло. Такая крыша сейчас была, ты бы видела. А я извиняюсь, а элефант там что, ку-ку совсем? Она падает. А как она его не сняла-то? Бля. А он умирает. Ну и пошел он нахер. Бля, Ярик, 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 Ярик. Нет, 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 не успеешь. А что делала Клоди все это время, блядь? Я что-то понять не могу. На последнем гене. Чё делала Клоди все это время, блядь? Она встала. Ай, сучка со стояком. Ну, сейчас не будет ее вообще. Чини. Пока. А, чини там в углу. Он меня поднимает. В углу около ворот ген. Значит. Чё делала Клоди все это время? Ох ты, как здорово. Даже меня ослепил. Так, он в той сторону, осторожно. Хочешь попробовать? Она снимет меня. Или нет? Она села чиниться. Ладно. Нет, снимает. Он так, к вам пошел. Да, он к нам пошел. Такой костюм голик неприятный. Мейн наверх поднимается, серьезно? Ну хотя бы чуть-чуть отвлечет. Не прям так чуть-чуть, когда ты чё. Конечно, камни повесил. Твой пнет ко мне пойдет, да? Нет, он ко мне идет. Мне уже мне укрыться. Нет, не бросил, бросил меня. Я не успеваю, я убегаю. Я буду писать. Мне кажется, он возвращается. Да, он возвращается. Через твою сторону идет. Я вижу. Нет, ты попал, конечно. Медалька, серьезно? Вот сейчас, конечно, максимум неприятностей. Вошел на крюк ее. Я вижу. Я не понимаю, откуда он придет. За мной идет. Да блин, я пытался.
Серьезно? Ты мне мстишь за гены, да? А где вторые ворота? Где вторые ворота? Они фонарные, где ты висишь? Прямо слева справа от тебя. Почему? Ну, вот. Так, ну, спереди сзади. Нет, спереди сзади. Это вселенская несправедливость. Угу. Ходит, мониторит, чё. Я думаю, он не даст меня снять, но вот как открыть ворота. Ай, стоит, смотри, красавчик. Сбоку смотрит на меня. Ну, на лачу, конечно, больше. Ну, он со стороны лачи тусует, если чё. На меня смотрит, стоит. Ну да, лач предпочтительный, там есть где спрятаться. Вас заметили. О, привет. Так, это секунду. А как ворота открыть? Иди открывай. Я поблокаю. Пофиг на нее, продадим. А он что, по-прежнему? Он у нас. Да нет! Прибежала довольная, посмотри на нее. Да что это за... Убегай в люк. Какой люк? Оно же это... Блин, Клоди, а зачем ты сюда прибежал? Ты... Ну... А, ну хотя она с ним же бежал. Не, ну в целом я не планировала выживать. Чего ты головой мотаешь? Да, говорит, да, я хороший, я вас всех положил. А, ну все, ты выходишь. Ты выходишь. Я выхожу. Отлично. Может, пробовать ее спасти? Скорее всего, он будет стоять контрить. Сейчас я тебе скажу даже. А он ушел зачем-то назад. Ну, в сторону лачи, но назад. Зачем? Ладно, я выхожу. Сейчас она тебе напишет. Она скажет, да ты что? Да я. Ты должен был. Конечно. Ты чё? А мама сказала, ты чё ушёл? Я бы тебя дал. Прости. Чебуречный глист. Окей. Ну да, это было красиво.